вот эти маршрут Алексей Пятый и Галерский Артем. Представляем 24-й пару выпусков категории до 91 килограмма. Красному углу Волосов Никита, Санкт-Петербург. Синему углу Медык Богдан, Антимансийский автономный округ. Thank you.
Сильно буду готовиться продолжить бой Дмитрий Богдан из Ханты-Мансийского автономного округа. Боксом занимается 4 года. Богдан первый спортивный разряд по боксу, представляет спортивное общество «Спартак». Является финалистом первенства Ханты-Мансийского автономного округа. Тренирует спортсмена Саламаха Евгений. Приготовился 25-й парень Асамиров Магомед из своей области. Эргашев Бахтавар, сам из своей области. Секунду, это заметка.
сказал боксер «Красного угла» Колосов Никита, Санкт-Петербург. Смена судей всем приговорен.